Будем сейчас смотреть, что же у меня там. Ну, я-то уже знаю, что у меня там, что я заказывала. Ну, Хадижа, она у меня такая, она мне говорит, я тебе там еще подарочек закинула. В общем, я думаю, всем будет интересно, девочки. Ну, потому что про парфюм вы у меня часто спрашиваете. Вот. За 3 дня буквально доставили. Добрый вечер, добрый всем вечер. Так что сейчас будем раскрывать посылочку. Привет, 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 привет всем, привет. Привет, привет. Я обязательно оставлю ссылку на Хадижу в шапке. Ой, не в шапке, в сторис. Вот. Скорее всего, завтра запишу пост благодарности. Может быть, фото благодарности уже в основной ленте. Но кому не терпится прямо сейчас уже перейти по ссылочке, я в сторис оставлю ее. В общем, открываем, смотрим, что там, что за красота, что за красоту мне все-таки передала Хадижа. Какой блеск на губах? Слушайте, представляете, стерлась надпись уже, вот такой вот блеск для губ, обычный, вообще бесцветный, он делает эффект, как сказать, ну, припухлость губ такой. Он прям даже немножечко жжет, когда его наносишь. Вот. И цвет губ такой становится, знаете, более это, насыщенный. Он сам по себе вообще бесцветный. Прозрачный. Просто прозрачный блеск, вот, чтобы вы понимали. Видите? Даже не видно, ну, как бы, его. Вот так вот. Но сейчас не о блеске для губ. Сейчас о парфюме. Как же я люблю эти моменты. Это что такое? Хадижечка, это что такое? Это прямиком, кстати, из Дагестана. Какие крутые! Я заказывала парфюм, а ты мне вот оно чего! Ой, как круто! Обалдеть! В общем, у меня девочка из Дагестана, она занимается очень качественным парфюмом. Вот, ссылочку я обязательно оставлю на нее. Хадиж, спасибо тебе. Я сделаю отдельный пост благодарности тебе. После прямого эфира я обязательно сфотографирую, выставлю в сторис ссылку на тебя. Ребятки, если вы хотите действительно крутой парфюм, кстати, Том Форд, она мне выслала. Я не знала, что заказать, какой аромат. Я говорю, если честно, я не знаю. Ну, я постоянно брала одни и те же ароматы. А Хадижа сказала, я знаю, что тебе подойдет. Вот у тебя такой-то, такой-то характер. Я знаю, говорит, что тебе подойдет. И вот она мне как раз персик вот этот вот и прислала Том Форд, который мы недавно обсуждали с вами. Это же тапетошечки, дайте-ка я сразу же их напялю. Смотрите, какие хорошенькие! Мякушки! Очень круто! Спасибо большое! Я не знаю, она здесь или нет. Одевай. Да, надену. Ты потолстела, правда, тебе не, правда, тебя не узнать. Ну, слушайте, да, я поправилась, я не спорю, как бы, ну и слава богу, потому что я после больницы с этим гастритом, знаете что, лучше я уж это наберу немножечко, правильно питаясь, вот так вот, и потом, так, ну, смотрим, ребятки, вот, привет из Иркутска, здравствуйте, добрый вечер, здравствуйте, так, так, так. В общем, я полностью доверяю вкусу Хадижи. Она из Том Форд угадала тогда. Я ей в этот раз сказала, я говорю, давай ты на свой как бы вкус подбери мне еще парфюмчик. И вот она мне подобрала. Сейчас будем смотреть с вами. Не очень качественная продукция. Ну, как бы за нее мне не стыдно. Вообще никогда. Труссарди. Дома. Труссарди.
Вот такой вот парфюм. Представляете? Так, надо послушать. Надо послушать. У меня, кстати, никогда трусарди не было. Так. Так. Ой, какая красота вообще, девочки. Просто. Так, ну жаль, у меня английский хромает. Прочесть не смогу. Вау. Бог ты мой. Блин, просто. Вопрос о... Когда уже ответишь на вопрос о препарате о похудании? Это не препарат. Ну как, это не препарат для похудания, девочки. Это капсулы, которые делаются на натуральных травах. Они притормаживают желание жрать. Аппетит просто убирают. И вот ссылку сейчас я на Хадиже оставлю здесь. У нее можно и приобрести вот эти вот капсулки, которые, они блокируют желание жрать. Это не жиросжигатели, это не химоза какая-то, нет. Просто они, как сказать, организму дают понять то, что, ну, как бы, кушать-то не особо сильно-то и надо. Вечером вот так вообще, девочки, если вы выпили капсулку вечерком, с утра и вечером, да? Ну, нет, с утра нужно ее пить, да, а вот вечером, как бы, уже и не особо-то и хочется ням-нямкать. Вот, сейчас я оставлю. Вот это Хадижа тоже занимается. Почему я доверилась, да, как бы ей? Потому что я вот как раз приобрела вот эти вот капсулы для похудания у нее, и они были качественные. Они действительно, ну, как бы, без... Ну, они помогли. Это не какой-то фейковый сайт, который продает пустышки или еще что-то. Нет, она давным-давно ими занимается. Причем можете у нее проконсультироваться, написать ей в директ совершенно спокойно, да, как бы она сообщит вам как, что, куда и зачем и почему. Вот. Там пропиваешь курс, и в принципе ты уже привыкаешь потом уже в середине курса. Да, я даже раньше привыкла. Я их использую и так, как... Почему я не переживаю, да? Вот вы мне написали в самом начале, то, что Либершка поправилась. Да, я поправилась, но... Сейчас скажу. Я поправилась. Но у меня есть капсулки. Я их пью. Но не сейчас, я их начну со следующей недели пить, потому что мы с девочками решили со следующей недели ходить в этот, господи, в тренажерку. Еще пока не решили в какую, но вот. Я их пью для профилактики просто. Как бы, когда понимаешь, что уже, опа, жор начался, да, там. Особенно, когда эти дни, вот перед этими днями у девчат, да, очень часто бывает, да, там. И после, там, чуть-чуть еще. Вот это вот неделька, две, может быть, у кого-то даже. Вот. Но приятного мало. И их вот так вот для профилактики пьешь. И, если честно, вот отбивает... Так, обалдеть, что это у нас? В общем, не об этом. Поэтому, что я хочу сказать. Парфюм я, когда уже у Хадижи заказывала, я уже была уверена, что мне придет качественный парфюм. Вот, и не прогадала. Африканский бал называется. Представляете? Парфюм. Ну, конечно же, мне нужен африканский бал. Понимаете, да? Ты ездишь на метро, бывает, ну вот с Лянкой связалась, она меня затащила в метро. Ну, бывает, бывает, когда опаздываешь, конечно. Всякое бывает. Так, давайте посмотрим африканский бал. Ой. Ой, смотрите, какая. Так, 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 так. Так, нет, не слышно.
Экзотические фрукты. Бомба. Ой. И цветы. Ой. О, бог мой. Ой, девочки. Все, я теперь буду не знать вообще, чем пользоваться теперь. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Сейчас красоту нужно. Вообще просто, у меня нет слов. В общем. Вы понимаете, да? Сколько счастья у меня. Так, еще. А это что такое? Это горные травы. Чабрец, мята и мелисса. Представляете, это заваривать? Какая умничка вообще. Это я не заказывала, это подарок. И вот это вот я не заказывала, это тоже подарок. Прямо из Дагестана. Спасибо большое, мне очень приятно. Ну, честно, у меня прям слов нет. Я не знаю, я обожаю людей, которые к своему делу, к своей работе, да, относятся вот настолько с душой, с сердцем. И просто вообще, просто очень круто. Просто очень... Вы понимаете, да, как бы это частичка вот человека... Вот вы понимаете, это вот это вот показатель, да, человека. Вот это вот показатель отношения к миру, к людям, ко всем вообще, в принципе. Это очень круто. Спасибо большое. У нас теперь горные травы есть. Прямиком из Дагестана. Так. Лапуль, ты наша, так искренне радуешься? Конечно, я радуюсь. Ребята, я радуюсь всему вообще. Ну вот, знаете, может быть, с возрастом, или я даже не знаю, может, не в возрасте даже дело. Хотя я и в детстве радовалась любым мелочам, но это не мелочи. Это действительно очень... Я не знаю, я люблю... Короче, я люблю людей... Которые любят людей. Да? Которые порядочные, которые с добротой, которые с душой относятся ко всему. На садоводе одна подделка. Ой, честно, я парфюм вот в таких местах точно стараюсь не брать. Извините, конечно, но как бы... Все мы хотим сэкономить где-то отчасти, да, но мне кажется, все-таки нужно знать, где и на чем экономить, и как экономить. Обязательно ссылку вам оставлю. Сарти. Сейчас, секунду. Меня тут атаковали. Сейчас. Блин, Хадижа бы вышла в эфир, было бы здорово. Так. Да что это, ссылка через интернет все продается. Ну и покупайте через хер знает кого, через интернет. Пожалуйста, удачи. Удачи вам вперед, пожалуйста.
Так, ладно. Давайте дальше смотреть. Еще одна. Чай зеленый. Какая медовая дыня, ананас. Какое сочное, да, наверное, сочное манго. А это не понимаю. Почерком просто своим она написала, да? Не поняла. У меня еще и чай. Просто. Просто вообще. Это фруктовый чай. Фруктовый зеленый чай. У меня нет слов. У меня сегодня чудесный день. Вообще каждый день чудесен. Открыла глаза, благодари Боженьку. Вот. Так. А что вас так распирает? Мы уже все поняли, что вы спец по садоводу. Да, не понимаю людей, которые пишут гадости. Идите в сраку. Вот извините меня, конечно, но по-другому я сказать не могу. Не умеете радоваться за других, ну, не, так и ходите хмурой всю жизнь. Потому что, поверьте, как бы, то, как вы живете, мало кто хочет так же жить. А вы вот, судя по всему, хотите. Бланшей. Ну-ка. Вот, не слышно так. Вау! Это, знаете, свежесть. Я даже... Так, сейчас. У меня сейчас голова закружится прям. Это прям морозная свежесть, по-другому не назвать. Это аромат какой... Блин, я сейчас прям поищу, знаете, я прям поищу... И сделаю выписку по этому парфюму, сделаю пост на него, какой парфюм, вот что содержит, чтобы более-менее как-то адекватно его описать. Потому что, ну, так как я не профессионал в этом деле, да, ну и мало кто может очень красиво и грамотно донести словами те или иные запахи или вкусы даже, да, поэтому нужно будет прибегнуть все-таки к профессионалам. Кто создавал парфюм. Хотя вы можете это сделать сами, да, забить. Я название сейчас вам покажу. Или запишу я название потом в посте. И уже будет ясно понятно вам, чем же все-таки пахнет эта красота. Господи. Что за настроение чудесное мое? Вот, собственно, Бланшей, дальше Труссарди у нас, да, и дальше у нас африканский бал. И не было ни одного непопадания. Я больше чем уверена, то, что кто возьмет любой из этих ароматов, скажет, блин, как круто, и потом захочет попробовать все остальные. Так что вот, Хадиже, еще раз огромное спасибо тебе, ты умничка, за травы, за зеленый чай фруктовый. Отдельное спасибо, я, блин, прям почувствовала твою любовь и действительно почувствовала любовь. Вот, кстати, прям это у меня случайно вырвалось из... почувствовала, вот.
Вот смотрите, дамочка пишет, я теперь поняла, какая я дура, что тут адекватных людей просто нет, отписываюсь. Понимаете, да, у человека в его окружении и вообще где бы он ни находился, и вот здесь нас 244 человека, адекватных нет. Ну ладно, хоть она поняла, какая она дура. Это уже радует, понимаете, да, как бы, ну молодец, хоть это до нее дошло. Очень хорошо, молодец. Ну, вот как бы так держать, как бы, вот. Отписывается, слава богу, нам тоже не нужны, как бы, зачем? А вдруг это заразно, да? Ну, как бы, зачем нам соприкасаться вот с этим совсем? Так что, ребятки, вот. Вот такие мы с вами неадекватики, счастливые, идем по жизни легко. Радуемся, любим друг друга, дарим позитив и никакого негатива, чтобы в нашей жизни не было. Желаю всем. Сколько стоит водичка с морозной свежестью? Смотрите, я сейчас не хочу подставить Хадижу, да, потому что я у нее приобретала парфюм. И она мне сделала небольшую, но скидочку, да, небольшую, но скидочку. Если я сейчас озвучу цену, да, но я еще раз говорю, она мне сделала скидочку, потому что я попала в такой вот момент, да, когда она могла себе, не то что позволить, да, когда у нее был как раз вот момент скидок. Вот. И как бы я сразу же, конечно же, взяла. Она мне сообщила то, что Либерш так и так, вот, ну, есть скидка вот, ну, на кое-какой парфюм. Тебе он подойдет. Надо брать. Вот я взяла. Поэтому я не буду говорить, но я думаю, что если вы, Хадижа, может быть, напишите то, что Хадижа, вот мы подписчицы там или подписчики там Либерш, может быть, она вам тоже сделает скидочку. Но если нет, ребят, там и цены не заоблачные. Знаете, как бы, в принципе, можно сделать себе такой подарок. Я думаю, почему бы и нет. Так что я не буду называть цену, ладно? Дабы не скомпрометировать, вот. А так, я думаю, вам стоит на нее подписаться, потому что у нее нет-нет, да проходят акции действительно со скидками, и можно взять очень хороший качественный парфюм и недорого. И сейчас можно взять и недорого, и вообще можно взять недорого. Вот, так что всем любви, здоровья, ароматной вам жизни. Люблю вас. Спасибо большое, что вы со мной.